Ну, я думаю, что шпионские войны, конечно, происходят и никогда не прекращались. Есть некая иллюзия, которая активно поддерживается некоторыми СМИ, что закончилась холодная война. Но холодная война закончилась со стороны России. Мы тут добровольно разоружаемся, прекратили идеологическую борьбу. В Соединенных Штатах никогда холодная война в отношении России не прекращалась, шпионаж не прекращался, наоборот, более усилился, потому что в основе любых шпионских скандалов, любой внешней политики идет борьба за ресурсы. Естественно, что между Соединенными Штатами и Россией также продолжается борьба за ресурсы, по крайней мере, со стороны Соединенных Штатов. Следовательно, все инструменты внешней политики, включая шпионаж, они задействованы. Поэтому здесь никаких иллюзий быть не может, и шпионские скандалы были, есть и будут.